Привет, дорогие друзья, с вами Александр, и сегодня я хочу представить вам такую интересную игрушку, на которую я случайно наткнулся, называется как Crazy Game Killer. Ну, гейми, конечно, сам добавил, ребят, Crazy Killer. Суть игрушки очень интересная, то бишь есть некие сообщества, все в нем соседи, и среди этих соседей есть убийца, есть шериф, который должен поймать и нейтрализовать убийцу. Ну, как поймать? Застрелить его нахрен. А цель жителей мирных, я думаю, вполне понятна. Надо выжить. Что ж, я тут немножечко два раунда отыграл, чтобы немножко познакомиться и понять механику игры. И, в принципе, знаете, весьма неплохо. В обоих случаях мне удалось выжить. Как сейчас повернется фортуна ко мне, каким местом, я не знаю. Смотрите, опять рандомно мне дали тут играть за бабу. Ну ладно, ничего страшного. О, на этот раз как-то поменьше, я смотрю, игроков в комнате, чем было. В игре есть игровой магазин, а игра как бы условно бесплатная, поэтому готовьтесь к тому, что если хотите здесь что-то купить, надо платить. Ну, в принципе, я ничего такого сверх не приобретал, играю на стандарте, вот что дали, с тем и, собственно, бегаю. Так, вот через 4 секунды мы посмотрим, кто здесь останется в живых, а кто умрет. Тинк, пошел процесс, сейчас, так, карта. Смотрите, вот здесь я еще, кстати, не бегал. Какое-то ранчо. А, в игре есть встроенная поддержка голосового чата, но я ее отключил, так как я не хочу слушать некоторых людей. Здесь бывают неадекватные люди. Очень часто попадается. Кто-то вообще не отключает свой микрофон, играя с ноутбука там на кухне или еще где-то. Так, я житель. Походу, это формал какой-то, да? Агась. Эй, это моя звезда. Это... Ну и что, ребята, кто из вас убийца? Давай, давай, показывайся. Я знаю, что кто-то из вас полюбас. Сейчас до первого выстрела. Смотрите, 13 игроков. О, фотка. Еее! Вспышка. Улыбнись, тебя снимает скрытая камера. Так. Ждем момента. А! Пошла жара, уже убивают! Кто? Как зовут? Поли. А, нет, это не был не Поле убийца. Йорк убийца. Черт, меня гуфнули. Ё-моё, как так? А, какой кошмар. Меня зарезали. Ну что ж, Йорк. Пла-пла-пла-пла-пла-пла. Так, наблюдать и выйти. Ну давайте посмотрим, кто из них выживет. Интересно же. Так, понятно. Они тут заговорились, видимо, оба. Сейчас зарежут-ка всех их свиней. Нет, не Дейла не убийца. Йорк убийца стопудово. И кто-то еще. И, кстати, иногда бывает шериф совсем с ума сошедший. Бывает, он что-то убивает. Ну, ребят, вы что там? Долго будете еще? Где вы вообще шериф? Вот, зашибись, у них уже огнестрел появился. Шикарно. Все, вопрос времени. Беги! Спасайся, несчастный! Да ладно, ребят, вы чё? 8 игроков осталось. Так. Ева стреляет. Так, Ева убийца, что ли? Поняли. Вот Йорк, который меня убил. Скотина вот эта. Вот эта сволочь меня гуфнула. Монтировкой причем. Кстати, эта монтировка в магазине продается за денежку. Че? Пытается к ним забраться, убить их. Шериф, сволочь, намыло тебя. Так. Все, как только запрыгнет, сейчас он монтировочкой успокоит. О, господи, еще кто-то бегает, стреляет. Я видел, что у Евы тоже оружие было. Странно, почему я их не убиваю? Не врублюсь вообще, что происходит. Каково и почем. Так, отлично, этот всех убил. 4 игрока осталось. Ну давай, давай уже, чуть-чуть, что-нибудь решайте. Интересно, как кто-то запрыгнул, да? Красавчик. Так. Ну? Остались эти двое и тот вот. Так, остался Йорк. Ну все, в принципе, тот, если сейчас убежит, он выиграл. Остался в живых. Красавчик, повезло, повезло.
Так, ну ладно. Сфотографировать преступлений. Кто убийца-то был? У нас два убийцы, два шерифа. Капец, вот уроды. И хоть бы кто-нибудь помог, как так-то? Погнали. Вот, теперь какой-то жировоз буду. Шериф. Убийство. Житель, так, да, у меня есть такая штучка, это фотик. Мне, кстати, в награду дали ее. Когда я второй уровень получил. Что ж. Ну давайте, блин, чего вы там ковыряетесь, я не знаю. Шустрее, ребята, шустрее. Чего вы хотите? Это типа... А, да, надо включить КТРЛ. Иначе крутать, вертать башкой не будет. Ну, братан, так не делается. И шо, шумишь? Ну супер, переключился в какой-то режим непонятный. А, все нормально. Так, косички есть, игрушка все-таки как-никак в раннем доступе, так что бывает иногда вот косячок, когда открываете магазин. Что ж, давайте поиспытаем удачу. Кстати, вот здесь я уже бегал, да-да, я тут уже бегал, на этой площади Дамаска. В прошлый раз мне удалось выжить, ну в этот раз, как видите, ни хрена. Да. Бывает огорчение. О, господи. Блин, я опять житель. Ребят, ну как это называется? Что за безобразие? Туда нельзя запрыгнуть. Да, как они заходят? Сюда пешком, да, заходят. Там какой-то тип с контрабасом бегает. Я ему не доверяю. Так. Козлы! Смотрите, уже 12 жителей. Полюбас где-нибудь бегает, уже убийцы делает свое черное дело. Так. Готово. Пофотаем тут всех. О! Эй! Он отвалил. О! Чё? Да ладно! Шериф сделал свое дело. Молодец, смотри, взять в бой. А, лупа, да. Нет, я, наверное, все-таки возьму шокер. А, можно все взять в бой. Ну ладно, хорошо, еще лучше. Я думал, что-то одно только. Что ж, смотрите, я выжил, мне повезло. Несмотря ни на что. Вот как-то так вот, ребят, такая вот интересная игрушка. Что ж, я думаю, она понравится всем, кто хочет интересно провести время. Ну, не, насколько вот часов, конечно, вас затянет, я не знаю. Но я, в принципе, может, еще немножечко в нее поиграю. А на этом у меня все, дорогие друзья. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Оставляйте свои мысли в комментариях. И советы, может, где-нибудь еще какую-нибудь посоветуйте мне игрушку подобную показать, позаписывать. И я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока.